продолжаем отслеживать ситуацию в Узбекистане после смерти или не смерти президента, вечного президента Узбекистана, товарища Каримова. Итак, самый громкий арест в истории Союза независимых государств, а возможно и нет, чем прославилась дочь Ислама Каримова Гульнара. Вот видите на фотографии его дочь Гульнару. Даже был слушок, что после смерти Каримова именно она может возглавить это государство, но сейчас как бы непонятно, то он жив, то он мертв, еще ничего не ясно. Значит, история Гульнары Каримовой, старшей дочери президента Узбекистана, больше похожа на сценарий к блокбастеру, чем на реальную жизнь. Ну да, в 19 лет она вышла замуж за американца афганского происхождения, у них по-моему, у них было двое детей. Но потом она, естественно, развелась и уехала из Соединенных Штатов Америки обратно домой в Узбекистан. Тут, как бы, естественно, не без помощи отца, она то возглавляла компанию представителей Coca-Cola в Узбекистане, то сидела на отмывании денег серьезных контор. Ну, имея такое покровительство, это, естественно, как бы вообще не проблема. Как отзывались о ней люди? Жадный, властолюбивый человек, который использует отца, чтобы уничтожать просто владельцев бизнеса, тех, кого стоят на его пути. Так экс-посол США в Узбекистане Джон Пурнелл формулирует мнение о Каримовой, которое, кстати, есть не его личное мнение, а мнение, которое сложилось в стране, то есть у людей, которые конкретно попали под маховик репрессий и под прессинг дочери президента Узбекистана Каримовой. Значит, жители Узбекистана и политические элиты сейчас в недоумении, пока не ясно, что будет значить для страны скандал в семье Каримовых. Значит, так. После того, как был скандал с госпожой Каримовой, была такая информация, что она просто на 2 или 3 года находилась под домашним арестом, причем по указанию своего отца. Ну, классическая такая принцесса, у которой всегда все было, то есть если не получалось одно, она брала что-то другое, она была и певицей, и дизайнером. Ну почему-то у нас все люди хотят быть, если не до хера денег, значит, ты хочешь быть либо певцом, либо дизайнером. Че, блядь, никто в космос не летит? Че у него не покоряете, не становитесь альпинистами, кандидатами наук? Че вы постоянно в эту...